Доброго утра, доброго всем здоровья. Мы опять на хуторе, опять с утра. И решили попить чаю. Мы уже покормили наше хозяйство. Едят они, слава богу. Хрюша наша поправляется. Да, кто писал, что на тыкве хрюша не поправится, она пересыпается осыпкой. Осыпка — это мука. Каша каждый раз. Каша тоже не просто так, с осыпкой, и картошка, и горбузы, все, что есть. Так что по хрюше все нормально, все спокойно, ждем времени и привозим ей кавалера. Эти, как их, мелкая банда тоже хорошо себя чувствует. Что, греется? Этот... Электричество такое, что когда здесь электрический чайник включаю, в соседней комнате светодиодные лампочки тухнут. Мощь. Надо идти кому-нибудь челом бить. Как так? В 21 веке. Ни стиралку не подключить. Ни теплые полы не поставить. В то время, когда скоро запустится второй энергоблок атомной электростанции. Да. Цивилизация к нам не скоро придет. Ну, надо... Бей, чего не бей. Надо толчите и отверзится вам. Под лежачий камень вода не текет. Надо идти. Чем я в ближайшее время, надеюсь, и займусь. Снимать будешь? Поставишь себе эту камеру, в карманчике такой деловой снимаешь. Нет, наверное, надо, если снимать, надо предупреждать. Там, наверное, можно снимать, потому что, ну... Что, у нас запрещено снимать, что ли? Но, наверное, надо предупредить, что я... Столько законов, столько свободы, что, может, только и не надо. Наоборот. Особенно в школе. Одни обязанности. Никаких прав нет. Так, сейчас мы еще что пойдем? Мы пойдем по саду нашему. Вот эти вот шарики, которые появились, многие зрители определили их как козы. Но я вроде как... Сколько видел козячек шариков, ну не совсем они похожи. Что, они мне больше? Мне больше. Ну, они, во-первых, как-то все вместе лежат. Так, ну, это может, Лёшка была, встал, покакал и пошел тут козел. Саженцы пока все целые, ни сверху, ни снизу не пораненные. Была у нас мысль закрутить, даже не у нас, а у вас мысль закрутить это штукатурной сеткой, она дешевая, это несложно было бы сделать. Но вроде бы, если уже закручивать, надо было бы побелить. А как тут побелишь, если у нас всю ночь дождь шел, еле доехали, слава богу, доехали. И мы вот... уже даже и собирались с утра ехать за этой сеткой, за побелкой. Да, была мысль. Но только ты открыл телефон и новый комментарий. А, кстати, да, в одном из новых комментариев было написано... Помажьте саженцы мазью Вишневского. Маска раз дома была. Она отгонит запахом этих зайцев. Потому что надо, наверное, на такую мочалочку ее выдавить и вот так вот мазать. Но она же очень вонючая для рук. Ты потом не отмоешь. Либо перчатки. Все, мочалочку уйдет и ничего. Ничего не уйдет. Она же не, это же не вода. Ну, сейчас, попробуй. Сейчас все сделаем, Валентина. Не, я возьму с собой. Не фантазируй. А кроме вази Вишневского, мы решили добавим еще и дёготь березовый. От мышей помогает 100%. Я на в своей другой деревне на пасеке в летней кухне, где хранятся вся утварь пчелиная, я раскладываю вот такие тампоны и работает. Мыши перестают ходить туда. Ну что, чайник, наверное... Слушай, давай порежем. На кусочки проскладываем. Дочка по-моему вообще. Еще намазать. Не изобретай. Все сделаем, Валентина. Хорошо, я верю тебе. Ну что, ждем чай или идем работать? Ждем. Ждем. Грибы растут, кстати. На месте, никто не упал. Значит, я не дам их есть. Ты хочешь, чтобы я одна детейка давала? Валентина мне не разрешает есть очень вкусные, съедобные грибы-вешенки. Только недавно ты тут уже просто
втирал всем, что кроме белых, это тебе ничего. Вот сейчас уже вешалку на зиму. Ну как я втирал? Я говорил, что не было такого у нас. Ели три. Вот ты ешь белые. Что тебе белых мало? И живи. Сейчас нету белых. И погодуй детей трохи. А тогда уже ешь грибы свои. Ой. Як погодую, уже можно грибы начинать есть? Нет. Это не чай, это чефир получился. Ну, еще не успел не смеяться. Ну, что, не успел получиться? Что-то я вымазал. Оттуда нереально чистеньким выйти. Тих свиней сам свидетельствуешь. Ой, вроде не холодно на улице, согреться хочется. Трава растет. Хоть ты вези трактора и... культивируй. Где, в смысле, растет? Ну, зелененькая. Да, зелененькая, вот. То можно сразу посевную устроить. Ты там купил уже, люцерну ты уже купил. Кстати, да, по вашим советам я купил люцерну. Это было больше всего советов по поводу люцерны, чтобы посеять. Я купил 7 килограмм, это за много немножко, но пускай с запасом будет. На 2 сезона. И я еще не узнавал, как она сеется. С весны или можно на зиму кинуть ее. Теперь интернет, Миша, тебе поможет. Но мы знаем точно, что когда год такой не сухой, она дает несколько урожаев сенокос. 5-7. Это наш очень хороший вариант для свиней. Все пойдет под люцерну. Слушай, а если еще в саду ей засеять? Ты бы не думал. Ничего. Я боюсь, что я сад не потяну обработать. Ну, косить просто, косить сначала. Она же, наверное, какой-то и вырабатывает же как-то землю, наверное. Та же самая, как и редька масляничная. Косить и прежде чем посеять, сначала надо выработать землю. Ее надо, желательно перепахать. Вот тут я перепахал. Тут шансы, что мы этот сорняк остановим. А все равно под ствольные круги придется обрабатывать. Тебе, Валентина. Я не Валентин. А ты хотел сказать? Я хотел сказать, тяпочкой придется обрабатывать. И кто нам тяпочкой обработает круги приствольные? Алло. Есть желающие? Все, не смеши. Помидоров лучше посажу. Что? Может, тебе еще и тепличку здесь сделать? Будешь открывать, вот закрывать ее. А есть такая, что с пульта? Угу. Свет сначала проведи, пульты. И интернет. Какой вкусный. А тут вкуснее чай, чем дома. Почему? Потому что ты тут дома чай пьешь, я не знаю почему. В комфортных условиях, а тут не в комфортных. А потому что здесь кроме чая ничего нет. Ну что нет, у тебя сухарей тут целая банка. Доставай, это инзер. Угощайся теперь. Печеньку что ли какую-нибудь купил? Так, у нас из работы осталось это обработать сад. Причем даже медвежий ерех, я считаю, не стоит обрабатывать. Он там такая кожура, что никакая дурной заяц не будет ее грызть. Миш, ну да тебе так кажется. Зайцу виднее. А ты больше в зайцах разбираешься. Да. Это, может, ты... Если он уж пришел, то попробует все, что можно попробовать. Может, это ты кроличью траву на рынке продаешь? Может. Мне понравилось на рынке. Можно пообщаться с людьми, послушать. Ну, а что, отдельного слушать, Света? Да, было дело. Валентина, будучи ремесленником, ходила на рынок продавать свои корзинки. А с чего все начиналось? Игнатий и ее туда. Это вообще, что у меня только было, не было. У меня и давление подымалось. Что у меня только не было. Но потом мне так понравилось. Благодаря Игнату.
Что-нибудь размочить, что ли, что-нибудь? Может, не надо? Что, не надо? Тебе сухари мне жалко, что ли? Себе возьми. Размочи. Вылавливай. Что ты лезешь мне в кружку? Давай еще, давай. Вдруг мы еще застрянем где по пути, тут мне не надо. Ну, если только для контента. Не надо. А вот про этот ремонт, который здесь вот все думаю сделать. Я столько уже делов поначинал и ничего не закончил. Мне бы еще ремонт начать и вообще уже будет. Но тут вроде как бы немного. Небольшая же комната. Обои, я считаю, здесь обдерутся очень легко. Здесь будет немного работы. Это отсюда все вынести. Вот сервант, допустим, надо коробок набрать. Все это в коробке сложить, чтобы оно в коробке было, чтобы назад раз. Раньше хоть зимой можно было отдохнуть. Сейчас и зимой не отдохнешь. Подожди, сейчас я нам тарелочку. Не надо. Ты несешь, Хрюша? А что, его съешь? Я съел. Ну, ешь. Надо было не мусолить долго, а есть. Ты его чуть-чуть подержишь в воде, он быстренько размок. Я собирался с мыслями. Барсик удать. Пришла, раз закопал его, наверное. Он не ест сухари. Ну, там... наглел уже. Мы едим, он не ест. Как это так? Хрюша тоже, да. Так, у нас кроме сада... беленьких сухариков. Кроме сада больше нет работы? И сколько хочешь. Тут? Да. Сарайчик. А. На сегодня сад, угу. Грибы, не дашь грибы поесть. Надо снять, то будет все время светиться все. Это копа. Я сегодня даже установил программу в телефон по определению грибов. Установил, и первое, что там было написано, там надо было ответить, да или нет. Вы никогда не будете есть незнакомые грибы, потому что это может привести к смерти. И второе, я очень отчаянный, я могу есть любые грибы. То есть тестирование типа? Если ты жмешь, когда я не буду... есть незнакомые грибы, тебя программа пускает дальше. А если ты отчаянный, можешь есть всякие грибы, все, на этом дальше не проходишь. Правильно. И программа работает так себе. Миш, это вообще не шутки, очень много отравлений. Помнишь, у нас был случай в Куприне? Правильно, в парке. Бледными поганками наели. Люди собрали какие-то грибы в парке. Приготовили, и все. А дети сиротами остались. Так что не рискуем. Все, моем кружечки и пошли работать. А то нам еще время ограничено. На Семку забирать из школы. Игнат наш выздоравливает, но в школу еще не ходит. Самое хорошее состояние сейчас у него. Уже не болит ничего? Мама, скажи, я завтра в школу пойду? От этого зависит, как быстро я выздоровею. Ну нет, завтра еще не пойдешь. О, да я уже почти выздоровела. Ты же ешь потом по два я сначала. Потом можешь, я могу вымазать какие-то пальцы. Ты что, уже почечки такие видно? Весна! Уже все, сейчас набухать будет.
почитай. Инструкция есть. Сейчас, как ушел? Покажи. На. Ну, тебе надо проверять, не ты, как ты работаешь. А пылители еще остались, первый ряд. Оно там, дождь, наверное, его смоет, но насколько-то же его все-таки хватит. Ой, не знаю. Вонючку что смоет? Что-нибудь или не смоет? Смотрим, как будет действовать. Может, знаешь, Миша, может, у мамы по белке бы лучше держалась? Кто-то говорил, дядька, что он не белит. Это лишнее. А по телевизору показывали, что белит? Да. Кому верить? Все побеленные тоже. У нас солнце восходит там, за лесом. Самые этот восходящие лучи, они за лесом остаются. Может, от этого прокатит? И не будут наши саженцы подгорать? Всех подгорают, у него не будет подгорать. Все в поле садят, а мы в лесу? Ага. Что, проблем тут меньше, что ли, в лесу? Так, что, идем на первый ряд? Да. Вот это ветер. Крюша, и что не доела? Она мне сама мне ушко подставила. Ты подружилась с Крушей? Ну вот как за ушком стала чесать, так она мне стала подружкой. Ну и подруги. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да? Водичку пьет. Смотри, какая молодец. Обученная Хрюшка. Воспитанная. А что это у нас будет? Что за конструкция? Будем варить что-нибудь, тут чугунок сюда вешается. Mm-hmm. Ну надо же понять, кто это делает. Ловушка закрытая. Не мячика, даже последнюю эту пену и то забрала. Ну, как-то мусолить одну и то же неинтересно. Я переношу камеру поближе. Дырочка почищенная такая. Ну, а скорее всего, это не куница, потому что, помнишь, к нам в дом как-то приходила куница? Там да. Грохот стоял сумасшедший. Ну, ты ж тут не живешь, а ты что, ну, слышишь? Я ж когда здесь ночевал, мячик попадал, а тишина была, или я так сплю уже хорошо? Ты спишь хорошо. У меня чистая совесть. И ты спишь хорошо? Нет, даже не так. Совесть у меня чиста. Я ей редко пользуюсь. Да-да-да. Ты козлодая злови. Все не надо. Все не надо, ты козлодая. Ну-ка, оживай. Живая. Все, поздоровалась.
Все, это будет маячок. Мне легче будет определять, когда там было движение. Ставлю камеру. Ой, камеру, ловушку. Шептало установить наши. Капец, блин. Только руки подбивает. Все, не дышать. Уходим. Ну и напоследок, как обычно, анекдот. Если ты уже вышла замуж за нефтяного магната, купила себе виллу в Ницце, в лотерею выиграла $1 000 000, это значит, что скоро прозвонит будильник. Какой? Спит. Да. Пошел. Девочки, звоню сказать, что сегодня я на работу не приду. А что такое? Что случилось? Муж потерял $500, по всей квартире ищет. А ты-то тут при чем? Как при чем? Я на них стою? Валентине прикольно, этот, да. Понравился больше. Так что на этом мы закончим. Вам всего хорошего, до свидания. Главное, мира вам. Бог даст. До новых встреч. Пока. Всем пока. Барсик, ты уже устал ехать, мы очень долго едем. У нас сломался полный привод. По той дороге, которую мы выбрали, ближайшую, мы не проехали, пришлось разворачиваться. И едем по довольно дальней дороге. По единственной оставшейся. По единственной оставшейся. Как дальше будем ездить, неизвестно. На квадрике будем ездить. Всех на мясо. Всех на мясо. А давай на квадрик построим крышу и будем на квадрике ездить. Ой. Что-нибудь построить. Живи. Все, еще раз пока. Скорее всего, мы уже доедем домой. Потому что мы уже на асфальте. Купаются здесь. Вот. Ну, вон еще там черненький лежит. Беленькая там. Во, вот, белый. Новый самец. И дружат? Да, все нормально. Да. Без проблем вообще. Прикольно. Это... То, что у меня были, и, ну, родительское стадо я забил, оставил вот этих вот молодых. Им почти 3 месяца. Угу. А куры какие-то это породистые будут? Да, кохенхины в основном. Лохматые такие. Они хорошие матки. Но петух молодой, ему 6 месяцев, а он уже какой. Угу. Классно. 9 килограмм, 200 грамм ровно. Это не вот. Крыльчик, это. Это бегемот. А вот там еще молодняк сейчас. А закрывает? Нет, не надо пускай. Еще потопчет. Ну вот у меня здесь крыльчиха тоже до 10 килограмма доходит, но я ее буду уже убирать. Она уже прохолостила 4-й раз, она все уже зажрела, уже срок прошел. Ага. Она уже несколько раз холостила. Вот. Все беременны вот так. Кроме вот этого. Повторно. Вот разводил бы я в клетках. Я тоже с кроликами был. А так у меня они разводятся. А кто их ест?
кто его знает. Ну, любители все-таки есть. Когда бы я их не забивал, всегда, всегда на них есть спрос. На кроветину? Да. Ну, когда всегда занимаешься одним делом, поверь, всегда наберешь клиентов. Без проблем. Ну ты и здоровый парень. Красавец, да.